Доброго времени суток всем любителям и поклонникам футбола. Вторая лига представляет матч между Курским Авангардом и Раменским Сатурном. Курская команда не может одержать победу уже три матча к ряду. И в игре четвертого тура бело-синие разошлись миром с Динамо Владивостока 1-1. И серия команды из Раменского выглядит более оптимистично. Хариченко, передача вперед. Ух ты, какой неудачный момент. Обработка мяча. В итоге заброс в штрафную площадь. Ой-ой-ой, какой момент! Какой же нелепый момент получается! Игорь Гершун забивает сейчас в пустые ворота. Что же там случилось с голкипером Иваном Скрипником? Не совсем понятно. Сейчас еще раз, друзья, мы увидим повтор. Но действительно очень и очень курьезный момент. Макс Умафт на правом фланге. Полез в обыгрыш. Передача, прострел, момент. О, какой гол! Но зажигает лайнсмен флажок. Земсков оказывается вне игры и улыбается сейчас. Атака за Сатурном. Удар! Но здесь Егор Скоробогатько спокойненько мяч забирает намертво. Пытается сейчас на скорости убежать в быструю атаку. Игрок Сатурна получается сделать, а вот дальше бы пас. Авраменко, хорошо, прострел, момент, Скоробогатько! Ну и пришел он также зимой из футбольного клуба Коломна. Здесь момент, удар! Спасает Скрипник свою команду. Бивает мяч в направлении своих. И получается даже атаку организовать. Удар! Моментище! Еще удар! Мяч прям привязан к его ноге. Приклеен. Передачу удается сделать. Удар и гол! Максумов! Получил внутри штрафной площади. Оставил в неудел своего опекуна, защитника. И попадает шикарным ударом, вторым касанием Максумов. Активная борьба. Кстати, интересный факт. Вот сейчас мы наблюдали, как верховую борьбу в очередной раз выигрывает крайний защитник Авангарда. Но вот после этой атаки расскажу. Дальний удар! О-хо-хо! Какой голешник влетает! Какой красивый гол! Еще раз посмотрим. Донцов сам перехватил. Чуть-чуть прокинул себе мяч. Просто взял так метров с 25, с 27. Шлепнул. И попал. Попал же очень хорошо. Набатов. О, хорошая передача в штрафную площадь. Здорово, Савин! Донцов больше пытается сыграть на опережение, на активный прессинг. А вот Воинов подстраховывать пытается. Момент, перекладина. И Мулин мог уже сделать счет совсем неприличным. Удается здесь зацепиться Прошлякову. Прошляков пробрасывает мяч. Габаритный форвард Сатурна. И в обыгрыш полез. Удар. Егор Скоробогатько на месте. Но вот после торпеды Владимир перебрался сначала в Сатурн-2, но теперь уже и с основной командой подписал соглашение. Все, друзья, заканчивается этот матч. 3-0 в пользу Авангарда. Поздравляю всех болельщиков Курского клуба. Для вас эту встречу комментировал Андрей Левый. Любите эту игру. До новых встреч. Всем пока.